В культурно-спортивном комплексе «Уникс» состоялся гала-концерт ежегодного фестиваля культур иностранных студентов «Мозаика народов мира». Он стал, пожалуй, одним из самых ярких, крупных и запоминающихся мероприятий Казанского федерального университета. Фестиваль проводился в трех направлениях – интеллектуальные игры, национально-спортивные игры и кухни народов мира. Национальные спортивные игры включали в себя китайскую игру, таджикскую игру, масс-рестлинг, шахматы, футбол, эстафету. Интеллектуальные игры – это этнографический диктант, квиз, викторина «Что я знаю о народах России». И, конечно же, самые любимые – это конкурс кулинарного искусства «Кухни народов мира», где все дома, то есть это наши именно общежития, где проживают обучающиеся, представляли определенный народ. В этом году у нас была тематика «Кухни народов России». Примечательно, что ключевой задачей данного фестиваля было максимально приобщить иностранных студентов к организации мероприятия. В общей сложности во всех трех этапах приняли участие около 2000 иностранных учащихся. Фестиваль проводился в течение 2 месяцев с октября по ноябрь. Сейчас в Китае мне там можно рисовать, можно писать китайский иероглиф. И в Индонезии там можно показать свою национальную одежду, там можно показать, смотреть, как они это одеваются красивые. И еще в Индии там можно рисовать, в руках там красивые корзинки. Отметим, что этот день стал для студентов возможностью открытия новых границ и приобретения новых знакомств, впечатления и опыта. Абсолютно не важно, в какой роли был учащийся, участником, организатором или простым зрителем. Важно то, какие эмоции он унес с собой после этого мероприятия. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюз.